Ты кровь привез? Какого хера? Я должен тебя оберегать от опасности. И не смеши, говнюк. Я сам опасность. Аресты в юности, ходки отца по тюрьмам, ты его достойный наследник. Провел расследование, да? Ну, когда подготовлен, меньше сюрпризов. А ты хотел быть копом, пока не понял, что там не заработаешь. Пошел в ЦРУ, отточил умения, а потом открыл свое дело. Пошел в шлюшки к толстосумам. Мне и расследование не нужно, чтобы это понять. Это написано на твоей роже, лох. Бесшумное, эффективное проникновение — это искусство. На. Реальное искусство. Я был высококлассным телохранителем с тройной защитой. Ты эту тройную защиту сам придумал. А скажи-ка мне, сколько раз ты был ранен? А сегодня считать? Да. Ну, хрен посчитаешь. Конечно. А ты? Ноль. Тройная защита — это твоя задница между мной и пулей. Я был готов ко всему. Жизнь пускает нам кровь, ясно? Накладываешь повязку и ковыляешь дальше. Красиво ты, блин, сказал. Это твой мобильный? Наверное, забрал у какого-то трупа. Наверное. Они же могут отследить телефон. Вот как они узнали, где мы. Я тут наматываю круги по стране, а ты носишь целый гребаный маяк в своем кармане. Мой косяк. Слушай, иди-ка трахни в жопу себя и лошадь. Здрасте. Кто больше злодей? Кто убивает злобных мазафак? Или тот, кто их защищает? Да знаю, что бросила тебя мазафаку. Я лишь перечисляю причины, почему, а причины этих, мать твою, дохренищи. Ты пипец занудный, мазафака, со своими говноправилами. Я тебе еще одну дырку в жопе сделаю, если не свалишь из машины. Ты знаешь слово «пожалуйста»? Пожалуйста, мазафака! Почему мы вечно орём? Нахрен из машины! Ладно! Без меня и часа не протянешь, через минуту прикончат. Дырявый презерватив защитит лучше, чем ты. Поцелуй меня взад! Сказала сучка! Отвали! Иди нахер! Сам иди! Хренов нытик. Скажет, я все равно, блин, справляюсь лучше тебя, мазафака. Просто упуй на меня, аллергия, мазафака. Чувак единолично испоганил слово «мазафака». Знаешь, как это, блин, непросто. Йоу, закончил? Тик-так, мазафака. Если жизнь повернулась к тебе задом, засади ей. Да ты реально великий философ. Хрена лысого. Я помогу тебе вернуть элитный статус, который я тебе подмочил. Умираю от стыда. А Духович, этот мазафака, должен сидеть. Зайдите на FTP Ворон 257 и загрузите. Улика 18D. Мы подтвердили координаты. А, пароль. Духович, член СОС. Все большими, член маленьким. В задницу это все. Прощения не бывает. Как и покаяние для таких, как ты. Да мне на это насрать, мразь! Не очкуй, мазафака, у меня всегда все получается. Всему миру объявлен в розыск наемный убийца Дариус Кинкейд, сбежавший из тюрьмы Ее Величества в Белмарше. Этот известный преступник вооружен и очень опасен.